Ищете подходящий питбайк для оттачивания навыков вождения? ТТР-125Р – новое поколение популярного питбайка с усовершенствованным двигателем. Этот резвый четырехтактный мотоцикл при относительно небольшом весе в 72 килограмма способен развивать скорость до 90 километров в час. Объем двигателя 125 кубов. Пожалуй, это лучшее соотношение мощности и легкости. Движение на кроссовых байках по дорогам общего пользования запрещено. Но это также означает, что регистрация и водительские удостоверения не требуются. ТТР-125Р с механической трансмиссией открывает безграничные возможности для маневрирования по бездорожью и выгодно отличается от аналогов. Комплектация байка такова, что вы будете чувствовать себя уверенно в любой ситуации. ТТР-125Р оборудована рамой «Птичья клетка», получившей всеобщее признание, что обеспечивает оптимальную прочность при малом весе. Подвеска байка идеально подходит для оттачивания навыков езды по бездорожью. Размеры байка таковы, что им могут управлять с комфортом люди ростом не только до 180 сантиметров. Дисковые тормоза обеспечивают оптимальное сцепление с дорогой вне зависимости от погодных условий. Фара головного света, обычно не характерная для питбайков, позволит комфортно передвигаться в любое время суток. Станьте и вы обладателем легендарного ТТР-125Р по максимально доступной цене.